первый раз в Оломоуце. Все, сейчас иду в переход, спускаюсь в переход, для того, чтобы выйти в город. Вот это мой влак, на котором я проехал. Рядом Лео Экспресс. Интересно, на нем будет когда-то проехаться. О, пожалуйста, тут даже эскалатор есть для тех, кто с вещами. Так, вышел. Зал главный Оломоуцкого вокзала. Ну что, рад приветствовать вас и себя в Оломоуце. Оломоуцкого вокзала. Оломоуц, главный надрожь. Очень удобное расписание автобусов. Классно сделано. Короче, сейчас буду идти к центру. Подошел к главной надрожи Оломоуц. Опять показываю табло, где указаны все виды транспорта, которые тут проходят. Такая линия, куда чего. Как едут, что едут. Все расписано. Все очень удобно. Я захожу на главную надрожь. Так, показывает. Мне нужно на ступеньке 2. Но оттуда сейчас выходят люди, которые с Варшавского пути спускаются. На 17.06 и показано, что на 5 минут опаздывает поезд в Лакхна. Мы. Так, вроде чуть-чуть рассосалось. Народу что-то много, чересчур. Поднимаюсь наверх.